приехали мы в Самогвоз. Сейчас он называется Новоберезовский. Новоберезовский. Приехали. А, нет, Новоберезовский, наверное, вот тот. А мы даже не знаем, куда мы приехали. Здесь очень красиво, мне нравится. Озеро, озеро. Озеро там, вот я хочу. Ладно, у них оно рядом прям. Да, а может сюда переедем жить? Это да, огромное. Надо было квартиру-то здесь присматривать. Там вон березки, вон то растение фиолетовое. Школа здесь или что-то. Я все каждый раз сюда приезжала, мечтала здесь погулять. Пофоткаться спокойно. Все никак, озеро у них тут. Я тут с камерой такая. Там дальше не будет. Всем привет, с вами канал Артмания. Хорошо. И находимся мы в Новоберезовском. Оглос. Здесь дома, двухэтажки. Мы приехали в магазин. Дорогу вы видели, как мы ехали. Здесь сильный ветер. Сильный ветер здесь. Очень красиво. Здесь озеро. Когда-нибудь мы с вами сюда съездим. Когда-нибудь. Здесь вот, может быть, это школа, может быть, это не знаю что. Какие-то деревья красивые очень. Вы видели, как мы сюда ехали. Очень здесь красиво. Здесь двухэтажные дома, квартиры здесь у людей. А автобусы, наверное, регулярные, не знаю, как ходят часто. Вот. И здесь магазин, здесь аптека появилась. Она, может, где-то сбоку, не знаю, внутри там шприцы продаются. А прием платежей даже. Продавщицы, кстати, очень-очень добрые. Одна была глухая, нас не услышала. А так очень добрые, ласковые, не знаю, может, увидели меня, то, что я пришла с камерами. Дорога, все уже заросло. Лет 5 назад, поменьше, может быть, я тут была. Если найду фотографию, собачка выскочила. Я это в конце ролика поставлю, если не забуду. Вот. Там вот мы приехали. Там вот озеро очень красивое. Посадочка. Очень-очень здесь красиво. Мне здесь очень нравится. Ветер даже здесь сильный. Я думала, только у нас на участке сильный. Смотри, какие. А вот тут желтая. Как ее, господи? Не сирень? Она уже засохла почти. Ты что? Ты ничего не надо. Ягоду давай. Как он? Снимает его. Дима клубничку ест. Свою, домашнюю. Выращенная. Съел, Миша, давай. Съел? Глаза не выколи. Так, жуй, жуй. Жуешь или под целиком ягоду глотаешь? Мерит он все палкой, строитель. Строитель будет у нас. Да, Дима будет строитель. Илюшка идет. Все, все уехали, пришла. Большая стала. Несет что-то, что ли? Или мне показалось? А, нет, показалось. Усы у нее. Мне показалось, она несет что-то. Наташа, за ванной следи. Ладно. Пустая чашка. Что, тебя не покормили, что ли?
Нет у нее никого, значит. Вот и Филюшка пришла. Феликсина. Мы ее назвали Феликсина, правильно. Там кто-то пилит. Ванна набирается. А это листочки салата у нас растут тут. Такие. Какое солнышко. Как красиво. Феликсине мы купили молочко сегодня. Колбаски купили. В обед она у нас мяско ела. Прибилась просто кошечка. Похожая на моего Феликса. Конечно, Феликс мой был гораздо красивее. Но мы ее назвали Феликсина. Какой сад, посмотрите. Красивый. Кто-то там пилит и пилит. Как классно. На даче. Когда не будет этой дачи, буду пересматривать свои влоги, вспоминать свою жизнь прекрасную на даче. Вот она, Феликсинка, кушает. Вспоминать кошечку, которая потом попадет в добрые руки. До этого у нас котенок приходил маленький. 3 года назад, наверное. Маленький, молоко пить даже не умел. Отвезли его в деревню. Наверное, его подобрали. Красиво как. Каперки какие. Там такие капельки от фонтана этого. От поливальника. И на трубе, кстати. Там сейчас бабуля не справляется. Не справляется? Пошли навоз. Феликсина. Вот ты какая она. Пришла снова. Вроде ее накормили. Вроде она наелась. Ты ж сытая. Феликсина. Прошло-то уже час, наверное. 1.5-2. Ты вроде приходил 2-3 раза на дню. Что, мясо не сытное оказалось, Феликсина? И какая она ласковая. Да такая она ласковая. Ласкунья. Да вот, вот она трется. А можно на секунду спросить там про одну из... Там на секунду.
там вот, знаете, там грядочка одна есть, вот, вдоль вот этой дорожки. Да. Не, вот. Просто мы хотели там тоже посадить, там просто кружку. Да, да, посадите, вот еще посадите, да, потому что, кто знает, сажала, но ничего-то не зашла, или плохо поливала, потому что не насадила. Нет. Вот. Ну, можете подсадить, да. Хорошо, хорошо. Ну, все, да, спасибо. А там кинза зашла, вот. Она бы не налегочка не была. Нет, не очень, да. Боже, да, мы ее выберем. Можете, у нас очень любят это. Да, вот, потому что не хорошо. Так, набираю я жасмин. У меня уже сколько. Будем делать с вами чаек. С разными цветочками, когда это все у нас с вами высохнет. Вот я их набираю. Отдельным роликом, наверное, не получится это сделать.